Czech Republic, Poland and Bulgaria have said that they have closed their airspace to Russian flights from midnight on Friday. And this step has come in response to Russia's invasion into Ukraine. A Polish airline had already halted flights to Moscow and also to St. Petersburg. Bulgaria has said that the decision has come in solidarity with the people of Ukraine. A statement also mentioned that Russian aeroplanes will no longer be able to enter into Bulgarian airspace, including its territorial waters. Россия оставляет за собой право применить зеркальные меры в ответ на запрет полетов Аэрофлота в Великобритании. Об этом сегодня заявили в Росавиации. Там также уточнили, что ограничение нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами. Фальсификации, подмена понятий, манипуляция общественным сознанием и обман дорого обходятся. Чтобы достичь нужного эффекта, наши действия должны быть скоординированными. Санкций только США или только Евросоюза будет недостаточно. Мы должны создать совместные санкции. И именно так это и будет разворачиваться. Президент Байден заявляет о дополнительных мерах. И Великобритания также уже заявила о следующих шагах. Нам помогают и азиатские страны – Тайвань, Сингапур, Япония. Они обсуждают меры экспортного контроля, затрагивающего такую высокотехнологичную продукцию, как полупроводники и компьютерные чипы. Это делается для того, чтобы изолировать Россию от остального мира, но, откровенно говоря, они сами все это себе устроили. Путин в течение 15-20 лет постоянно высказывал свои идеи, но большинство людей думало, что это было всего лишь отражением его эмоций, а не планом действий. Его лексика, его речь, его действия вызывают вопрос, способен ли он действовать рационально, потому что то, что он говорит, это не слова рационально мыслящего человека. Его ложь так отвратительна, что ее легко можно опровергнуть. Мы вводили санкции и раньше, но такого масштаба никогда. И я думаю, что Путин в этот раз просчитался. В прямой связи со студией публицист, историк, соавтор книги «ФСБ взрывает Россию» Юрий Фельштинский. Господин Фельштинский, приветствую. Вы часто участвуете в нашей программе. Я думаю, что наши зрители знают о вашей критике Путина. Но я бы хотел спросить про позицию Запада. И уж простите, вопрос, может быть, будет частично провокационным. А вам не кажется, что Путин пошел на все это, потому что Запад откровенно сдал Украину? Потому что в 2014-м проглотили гибель 300 человек собственных граждан, ничего не сделали, за Крым ничего не сделали, ну и так далее. Список можно продолжать. Ну, тогда его справедливо начать, безусловно, с 2008 года, когда была возможность начать противостояние Путина уже в Грузии, после того, как российские войска вторглись туда. Как мы знаем, ничего сделано не было, и даже санкции никакие тогда не вводились и не обсуждались. В 2014 году санкции, которые были введены, безусловно, были недостаточны, и мы все это увидели. Абсолютно понятно, что у Путина очень серьезная разветвленная программа. Он нам честно ее огласил, поэтому мы даже не имеем права сказать, что он нас вводил в заблуждение. Он сказал, что он требует восстановления Советского Союза и права на вот этот новый восстановленный Советский Союз, снова иметь под контролем всю Восточную Европу. Эта программа нам была озвучена. Украина — это только начало. Кампания 2014 года для Путина прошла неудачно. Он не ожидал сопротивления. У нас было несколько лет передышки. Мы на самом деле не подготовились к этому новому броску Путина. И сейчас нас немножко застали врасплох. Тем не менее, Украина — это только начало. Защищая Украину, мы на самом деле защищаем свою жизнь. Простите, а можно я вас спрошу? Вот вы говорите, защищая Украину. Вот сегодня об этом говорил Зеленский. Он говорил, что все говорят о поддержке Украины, но воюет Украина одна. Вот кто защищает сейчас Украину? О ком вы говорите? Вы абсолютно правы. Я сказал, защищаю Украину не в том смысле, что это уже делается, а в том, что это необходимо делать. Потому что у всех должно быть понимание, правильное и единственное понимание. Повторяю, что Украина — это только начало для Путина. Он пойдет дальше в Молдову, он уже захватил Беларусь, он выйдет тогда к границам стран НАТО, и, соответственно, после того, как это произойдет, а когда это произойдет, зависит исключительно от хода войны по Украине, а Путин предъявит нам тот ультиматум, который он нам озвучил 3 дня назад, о том, что Россия будет применять ядерное оружие, если цивилизованный мир не пойдет на ее уступки. А значит ли это, по-вашему, что вот если сейчас Путин все будет делать в Украине, не прикоснувшись, не создав угрозы эффективные странам НАТО, что ему это сейчас сойдет с рук? Он уже создал угрозу странам НАТО. И начало войны вчерашнее, да, 24 февраля 2022 года, это начало Третьей мировой войны. Я хочу, чтобы меня услышали. Это 1 сентября 1939 года. Мы уже в состоянии войны с Россией, поэтому никаких иллюзий на эту тему быть не должно. Украина нам сейчас предоставляет очередную передышку. Мы не знаем, сколько она продлится, но воевать с Россией лучше и проще на территории Украины, а не после того, как Украина будет захвачена. Скажите, господин Фельштинский, а вы не считаете, что вот людям сейчас будет только еще более страшно от ваших слов, что воевать с Россией удобнее на территории Украины? Вот сейчас украинцы на это все послушают и скажут: слушайте, на нашей территории воевать с Россией? Может, вы с Россией разберетесь, а нас оставите в покое? Абсолютно правильный вопрос. И с Россией можно и нужно разбираться. Я надеюсь, что санкции, которые вводятся, слабые на данную минуту, это только самое начало. Но, повторяю, от того, что мы закрываем глаза или занимаемся страусиной политикой, 3 сентября, 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу, и 3 сентября 1939 года, когда Франция и Англия объявили Германию войну, никуда от нас не денутся. Мы уже в состоянии войны. Она еще не объявлена, но она уже идет. И то, что сегодня обстреливается Киев, это начало войны против всего цивилизованного мира. Если мы допустим захват Путиным Украины, мы подпишем себе смертный приговор. Поэтому, защищая Украину, повторяю, мы на самом деле защищаем себя. Мы сейчас реагируем на самую большую угрозу нашей коллективной безопасности за последние 10 лет. Финляндия, Швеция и Европейский Союз встретились для того, чтобы обсудить этот кризис, который влияет на нас на всех. Россия разрушила мир в Европе. Народ Украины борется за свою свободу перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны России. Мы скорбим по поводу разрушения, потери человеческих жизней, и мы сочувствуем семьям погибших и перемещенных и беженцев. Мы призываем к тому, чтобы эта бессмысленная война прекратилась, чтобы Россия вывела все свои войска из Украины и вернулась на путь диалога и прекратила бы эту агрессию. Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины.